Всем привет, друзья! Приветствую на канале Роман Криптомен. И сегодня у нас будет новый видеоролик, обзор проекта Вултка. Я надеюсь, что видео вам понравится. Ну а мы начинаем! Что же такое Вултка? Вултка – это инновационная платформа, предлагающая решения для хранения и управления криптовалютами. Она ориентирована на безопасность, удобство и доступность для пользователей всех уровней. То есть, ребята, на данной платформе вы будете чувствовать себя в безопасности, и ваши финансы никак не пострадают. Основные характеристики. Давайте же разберем, ребята, здесь основные характеристики. Ну и преимущества, можно сказать. Это доступность, то есть простота использования для новичков и опытных трейдеров. Безопасность, здесь многоуровневая защита и технологии шифрования. А также интеграции, совместимость с популярными криптовалютами и кошельками. И справа вы видите их пулы, а также их стейкинг-программы. Итак, ребята, сейчас мы перешли на их веб-сайт. Vultka.com. Вот так вот он выглядит. Вот здесь мы можем рассмотреть уже их продукты, вот, которые они предоставляют. Вот это серия ликеров, то есть представляет оптимизированные прибыльные стратегии для поставщиков ликвидности. Ну, это, как вы понимаете, сравнение такое очень прикольное у проекта. Безалкогольная серия, то есть обеспечивает капитальную поддержку соответствующим продуктам ликер. И самый безопасный вариант. Коктейльная серия – это разнообразное сочетание токенов LP и токенов Pendle, оптимизирующая доходность в рамках контролируемого риска. А также бармен – это инструмент углубленной уже аналитики, то есть более серьезной аналитики, ребята, который предоставляет своевременную информацию и данные о производительстве ландшафта PerpTex в экосистеме Arbitrium. Мы видим, что вы можете получать 25% вознаграждения за кредитование высшего уровня, то есть кредиторы получают выгоду от потенциала базовых стратегий PerpTex ЛП за счет растущего разделения вознаграждения, сохраняя при этом защитную позицию. Видим, например, ставку по USDC-E в 24,76%, по арбитру 10,5%, там по эфиру 6,5% и так далее. Вот, это все, как мы видим, вознаграждение за кредитование. Безопасность Вултка имеет наивысший приоритет. Вы можете увидеть, что они прошли, ну то есть защищены от таких вот проектов, как Zikio Secure Build, Proofed by Hacken, вот, и Hellburn. И смотрите, тут дальше даже можно листать, вот, если вы будете. У них есть даже вот награда за обнаружение ошибок. Ну, можно сказать, как белые хакеры, они их стимулируют, то есть bug bounty, вы находите ошибку и получаете за это, то есть вознаграждение в зависимости от ошибки. Вот, есть у них также... контролируется кошельком, вот, мультиподписной кошелек, цепной анализ, который обеспечивает соблюдение нормативных требований и санкций, уделяя первостепенное внимание защите пользователей, а также гипернативный, оперативно, который обнаружит и активирует оповещание о потенциальных угрозах для заблаговременного предотвращения взломов, ребята. Вот, это тоже важно. Вот, у них идет хронология, ну, я бы назвал это дорожной картой. Как вы понимаете, это дорожная карта проекта. Начиналась она с первой фазы, с установки фундамента. Что значит это? То есть реализация стратегии, разработка основополагающих стратегий PerpDex, включая GLP Delta Neutral, GLP Leverage и GLP Leverage. Кстати, ребята, я вам также напомню, что данный проект получил грант от Arbitrium. Вот, и это очень и очень круто. Первоначальный аудит был проведен, комплексный аудит безопасности, вот, и запустился механизм вознаграждения, вот, вознаграждение и стимулирование участия инвестиций. Дальше было децентрализация управления, то есть было мероприятие по генерации токенов ТГ, официальный топ запуск токенов Вултка. Вот сейчас, естественно, он торгуется, ребята, на DEX-биржах, вот, на CoinGecko он есть, обязательно я ссылочку оставлю в описании. Расширение участия, то есть содействие внесению предложений по управлению механизмом голосования по вопросам выбросов и вознаграждения за взятки. Также постоянный контроль, где вы можете, где был проведен второй раунд аудита, ну и как мы видели, все, кто прошел, ну, то есть там, где они прошли аудит, все показало, что хорошо. И, в принципе, у них потом шли инновации и диверсификация, ну и также рост расширения, это поддержка системы. Это расширение полезности их токена, повышение полезности стимулов для держателей их токена,
ВК, то есть путем позиционирования его как краеугольного токена для перераспределения вознаграждений per DEX, что повышает его ценность и функциональность в рамках всей экосистемы. А вот их партнеры. В их партнерах, как видите, ребята, есть GMX, Vela, в их партнерах есть также Gains, HMX и Level. Вот. Вот также у них есть Arbitrum Space, как видите, MUX, Factor DAO. Кстати, ребята, тоже классный проект. OKEX, естественно, BitKeep, то есть TimeSwap, ну, очень крутые проекты, ребята, я практически все их знаю, то есть Level Finance. Очень много у них крутых партнеров. И смотрите, давайте же перейдем к самим их, так скажем, преимуществам, да, которые мы с вами разбирали в презентации, когда дали к их, то есть, пулам и остальным вещам, ребята. Так, вот мы подключаем здесь кошелек, выбирайте, смотрите, либо MetaMask, OKEX, Coinbase, Trust можете даже выбрать, или даже Wallet Connect. Ну давайте выберем MetaMask. Вот я тут всегда его подключаю, в принципе, потому что он у меня с компьютера, а Trust у меня на телефоне. Так, вы вписываете пароль, выбираете счеты, как обычно, ставлю из своих счетов. Подтверждаю, вот идет подключение Култка. Ну, естественно, сеть будет Arbitrum One. Как бы я даже говорил, что у них даже грант от Arbitrum, то есть проект на Arbitrum. Все, вот подключен кошелек. Переводим страницу, уж сам видим. Так удобней. Вот, и все. Наш кошелек подключен, показывает наш баланс. Ну, вот, здесь мы его можем видеть. Вот. Кстати, на данный момент у них заблокировано полностью, это более 19 миллионов 391 тысячи долларов. Вот. Вот видим, что мы можем сами зайти. Вот заходим их в приложение. Upearn. Вот мы зашли во вкладку Earn. Здесь мы можем блокировать их токены. Вот, чтобы получить вознаграждение, если получено от вклада. Вот, естественно, идет годовая ставка. Годовая ставка здесь 70%, что очень-очень круто, ребята. Но вы в таком случае скажете, что ну, нужно же смотреть, как идут дела у токена, верно? И поэтому прямо сейчас я вам и покажу, как сейчас идут дела у токена, показав вам их, так скажем, характеристику. Вот, если мы возьмем токен вот за приблизительно, да, их разницу за 3 месяца, ну вот, ну, за сколько можно, то мы видим, что сейчас токен находится как раз-таки в стадии падения, что очень хорошо для тех, кто хочет инвестировать сейчас. Почему? Ну, потому что, ребята, закупитесь вы давно, ну, где цены были намного выше, то вы сами понимаете, что результаты были бы, ну, так себе. Учитывая, что токену не так уж и много времени, и вот, это самое падение, ну, посмотрите на рынок, ребята, говорит лишь о том, что перспективы очень большие. Я вам скажу, что цена от минимальной цены, да, которая была 5 августа, выросла всего лишь на 17%. Ну, это ничто, ребята, потому что токен был 30 центов, перспективы у него большие. В случае, если вы вложите в стейкинг, да, то закупиться сейчас с ним лучшее решение. Кстати, купить вы его можете на Uniswap или на SmartDex. Так, переходим опять сюда. Там дальше я вам буду показывать другую информацию, но это будет потом, ребятки. Вот. И то есть здесь вы можете начать, то есть на это зарабатывать. Вы покупаете эти токены, да, на Uniswap, SmartX, как хотите. Здесь они у вас будут отображаться. Обязательно также вам нужно иметь немножко эфириума в сети Arbitrum. Вот. И начинать, то есть стейкинг. Вы также можете посмотреть по кредитованию USDC, кредитованию эфириум. Посмотреть здесь на их IPR, да, которые они дают. Вот, ваш бустер узнать тоже. Так вот здесь узнать, посмотреть, то есть вложить, можно сказать, просматривать вы сможете потом награды, естественно, как только вы будете получать, и сможете их заявлять. То есть вы можете нажимать клейм и клеймить все сразу. Нажимая клейм все сразу, если вы сделали даже несколько ставок тут, вы сможете клеймить все. Вот, у них очень удобный в этом плане сайт, инструменты, то есть все здесь предоставлено. Также, ребята, я бы хотел вам показать в их токеномике информацию про ВВК. То есть это голосование депонирования ВК, которое является стандартом для ВК. Они используют его, чтобы держатели ВК смогли разблокировать ряд ценных функций, которые повышают полезность токена. То есть для того, чтобы приобрести его, вам нужно блокировать свои настоящие, да, токены.
Вот. И по блокировке, смотрите, когда вы блокируете ВК, дата истечения срока блокировки обновляется до последнего периода блокировки. Например, если вы заблокировали один ВК на 2 года, год назад, а затем блокировали еще, то оба будут заблокированы еще на 2 года. И вы так можете продлевать свой период или увеличивать свои стейки, получая за это 1 ВК. То есть вы понимаете, что преимущество перехода это поощрение для держателей. Эмиссия будет направлена только держателям ВК, акции, комиссии, эмиссии будут направлены настоящим долгосрочным сторонникам холдка, которые отказываются от права продажи и блокируют свои токены. Но это сделано, ребята, как вы понимаете, очень умно, потому что это обеспечит более здоровый рост, это обеспечит стабильность для улка. Это действительно правда, потому что, ну, подумайте логически, долгосрочные инвесторы это всегда очень круто для любого проекта. У них лучше соответствует стратегиями токенам, то есть увеличение эмиссии с ВК для хранилища кредитов. Будет рассчитываться на основе суммы ВК, удерживаемыми пользователями, и это выравнивает стимулы между ВК и хранилищами, вознаграждая пользователей, которые блокируют свои токены на более длительный период и направляя миссии ВК, ну, долгосрочным сторонникам. Ну, естественно, тут есть механизм для сокращения поставок, вот общего предложения токена ВК, снижая риск того, что пользователи откажутся от стейкинга и продадут свои токены свободно, поэтому фиксированные периоды блокировки способствуют стабильности и устойчивости протокола, обеспечивая долгосрочное здоровье экосистеме Вултка. Вот, вы можете также, ребята, раскрыть весь потенциал, ну, держа ВК, то есть вы будете получать ВК. Вот. Поэтому, опять же, я оставлю ссылочки в описании, вы можете больше почитать информацию, потому что, ну, действительно, проект очень интересный. Идем дальше. Вот так выглядит, в принципе, у них, ребята, документы. Вот, у них информация идет по их продуктам, например, по оптимизации ВП, то есть по ликер. Вот, ну, то есть это хранилище, да, которое они дают нам на стороне хранилища. Они разработаны для оптимизации возврата по RTX ВП. Index Investment предлагает массовым пользователям способ получения диверсифицированной и усиленной доходности за счет предоставления ликвидности по RTX или прямого инвестирования в токен по RTX governance ландшафте DeFi, поскольку основным источником дохода является сборы. Это стало привлекательной возможностью, как и токены платформы. Кредитование с стейблкоинов, естественно, ну об этом мы уже говорили, и Insight of Paradex Market. Ну, то есть это вам дается информация про, ну, для всех уровней пользователей, включая трейдеров, поставщиков ликвидности, вот, объединяя критически важные данные, такие как ставки финансирования и заимствования. Вот так вот, ребятки. Вот. Не забывайте также, что у них тут есть панель инструмента, вот дашборд. Ну, если у вас выскочит такая ошибка, то не переживайте, просто обновите страницу. Тут идет у них коэффициент ставки, вы можете узнать, ну, можете тут посмотреть трендовые пары, которые больше всего людей, да, то есть инвестируют, и в принципе увидеть процент их, рыночную капитализацию, ТВЛ, объем часовой держателей, как видите, тут больше 4000, а именно 4095. Ежедневно сжигается ВК, как мы видим, все больше и больше. Доход выше, метрики оценки тоже, и средняя доходность растет. То есть у проекта все и все очень успешно. Даже если мы возьмем по 30 дней, то все очень успешно идет. И, ну, естественно, идет вверх. Вот. Вы можете тут тоже зайти, вот, посмотреть все их, скажем так, инструменты. Вот. Также не забывайте, что у них же есть и сам кредитный пул, да, то есть лендинг пул, и здесь вы тоже можете начинать, то есть депозитить USDC, эфириум, солана, арбитриум. Вы можете также помимо этого вложить сюда даже линк токен и биткоин, естественно. Вот, посмотреть, естественно, какие тут размеры бассейнов и сколько всего заимствовано, и узнать, какой вы сами депозит добавите. Часовая прибыль, естественно, тут динамическое распределение денег. Вот, 30-50% прибыли, полученной от деятельности заемщика, будет передано кредиторам. А также тут есть отсутствие ликвидационных или рыночных рисков. Ну и также, ребятки, не забывайте про их твиттер. Обязательно подписывайтесь, здесь у них выходит новая информация по ивентам. Вот вы можете им полайкать, тут помочь. То есть тут крутые ивенты выходят, крутые обновления по проекту. Обязательно, то есть подписывайтесь, ждите. Вот Арбитриум про них тоже иногда пишет посты, чтобы вы понимали. Вот, да и в принципе у них идут коллабы с другими проектами иногда, то есть, ну, как вы понимаете, проект развивается, создает какие-то конкурсы для комьюнити, и в принципе делает так, чтобы комьюнити интересовалось все больше и больше проектом. У нас вышел видеоролик, ребята, по проекту Вултка. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк.
Подписывайтесь на канал, переходите по ссылочкам в описании на их проект, а также подписывайтесь на их социальные сети, такие как Discord и их Twitter. Ну а я желаю вам удачи. Всем пока!